Пошла последняя минута второго периода. 20 секунд еще у Сибири на игру в большинстве. Вернулись в зону атаки. Хозяева снова мы видим здесь вышли финны. Йоки Пак отдают направо. Обратно Йоки Паки. Перевод налево. В центр Чесалин. Еще бросок Лазушин. Блестящий сейв, который останавливает шайбу, пущенную Пелтола. И, возможно, это вообще ключевое спасение в матче. Потому что сейчас забей 2-1. И перерыв на третий период. Ну, кто знает. Ну да, здесь действительно пришлось вступать в игру и выручать свою команду Александру Лазушину 5 декабря. 5 января, почему декабря. Против Куньлуня провел он свой... Одержал он свою сотую победу в континентальной хоккейной лиге. И уже успел одержать 101-ю в матче против Салавата Юлаева. И здесь просто выручил свою команду.